Подарок, которому не рады. В Сызрани на деньги инвесторов начали строительство детского сада. Однако местные жители полны решимости приостановить работы. Людей не устроило место, где власти расположили дошкольное учреждение. Это низина, заваленная мусором и хламом. А окружают ее заболоченная река, гаражный массив и АЗС. Ирина Грумеза отправилась в Сызрань и выслушала мнение сторон. Юго-западный район Сызрани. Табличка у строящегося объекта сообщает, в 2014 году здесь будет ясли-сад на 276 мест. Однако вместо радости это известие вызывает у местных жителей недоумение. Все-таки здесь низина. Здесь очень влажно. Влажность от насекомых, а также плесени, сырость. У меня как раз ребенок такого возраста. На следующий год нам идти в садик. И для меня этот вопрос очень важный. И очень огорчает такое отношение властей, что выбрали для наших детей именно такое место для садика. Детский сад возводят у поймы заболоченной реки Кубры. На другом берегу расположились крупные промышленные предприятия. Они сбрасывают часть отходов в воду. Окружающая территория словно большая свалка, а от ближайшей остановки до садика всего 450 метров. При том, что вокруг частный сектор и гаражи. Женщине с ребенком в темное время суток тут лучше не показываться, уверены местные. Здесь очень страшно. Очень страшно. Вот этот частный сектор, гаражи. Очень страшно. Место очень выбрали неудачное. Все жители были удивлены, потом возмущены, что именно вот в этом месте строят детский садик. Кроме того, рассказывают сызранские журналисты и блогеры, к садику выходит старый коллектор, который периодически прорывает, а само здание строят в зоне селевого потока. Здесь в июне месяце были продолжительные ливни, на протяжении нескольких дней шли. Остались промоины после этих ливней. Были обрушения гаражей, которые находятся на склоне рядом с детсадом. Было подмытие стены, фундамента. То есть здесь уже на этапе строительства возникали проблемы. Однако для администрации города все эти аргументы не проблема. Чиновники обещают превратить окрестности садика в новую Венецию. Уровень земли под зданием поднять на 3,5 метра, а еще облагородить территорию, установить освещение, новый коллектор, автозаправочную станцию перенести подальше. Вы можете сказать людям, что к моменту, когда будет открываться садик, там все вокруг изменится? По волшебству, конечно, так не бывает сразу, что все изменится, поэтому мы стремимся к этому и идем планомерно. То есть мы все эти вопросы знаем, в общем-то, обсуждаем и какие-то находим пути решения. По плану администрации на пустыре должны также появиться школы и спортивные сооружения, предположительно стадион. Обеспечив район социальными объектами, чиновники планируют привлечь инвесторов для жилой застройки. Однако подобный план декларируется с 1984 года. И кроме появления неугодного жителям детского сада, с тех пор здесь ничего не изменилось, говорят люди. Поэтому и в новую Венецию им поверить пока трудно. Татьяна Дрожевкина, Ирина Грумеза и Борис Кислицын. Новости губернии. Сызрань.